H2SO4. Что это за шалупень? Мне кажется, сера какая-нибудь. Мне кажется, спирт. Нет, подожди, вода? H2O... А, SO4? Нет. Не знаю. Ну, хрен знает, мы не знаем. Честно. В скобочках А плюс Б, скобочка закрывается, квадрат равно. А я не буду. Какой нахрен квадрат? Потолок ледяной, дверь скрипучая. Ну чё? Махунга! Да, я поехал машину, поставил сервис. Ты смотрел эфир? Да. Красава, братишка. Я ради этого поехал. Значит, я пришел сюда ради себя. Ты прям как моя жена говоришь. Да? Ну-ка, иди сюда. Давай сюда. Глянем. Давай, чтобы у нас был классный кадр в первую очередь. Давай-ка развернемся. О, там ёлки. Ёлки-палки. Это вы нам мешаете. Мы здесь были раньше вас. Да ладно. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time. Сложный вопрос. Я не знаю. Не выставляй меня такой дураком, пожалуйста. Нет, я не хочу этого. Я к тому, что в первую очередь, чего я не хочу, это выставлять тебя дураком. Как тебя зовут? Макс. Где ты потерял ползубежника своего? Клюшкой. Клюшка, да? Хоккеист. Нет, чувак на улице шел с клюшкой. Да? Да. Бывает такая хрень? Нет, конечно. Обалдеть. А у меня, прикинь, вот здесь, смотри. Видишь? Здесь. Вот. Зубы? Зуб. Да. Ну, зуб. Есть. В 10 классе в кабинете биологии. Тоже клюшка? Костью слоновой. Случайно. И половинка. Блин, ну я на самом деле пошутил, я реально получил. Я так и понял. А ты со слоном дрался, что ли? Нет, слоновая кость в кабинете биологии лежала. Да, и мы с Пахомовым хулиганили вот эту. И Саша он Валек. А, нет, и он отпускает руку, и мне этой кости прям по морде. И ползуба. Нормально. Все. Видишь, починили. А? Да мне просто руки не доходят. Руки? Надо, чтобы ножки дошли до стоматологии. Не, я на руках. К стоматологии, к Димону с давно, моему корешу. Знаешь, Дима Забнов? Нет. Это шоу, которое называется... «Вопросы за бабоса». А, наоборот, «Бабосы за вопросы». Сегодня я буду задавать тебе 5 вопросов. У тебя есть такая возможность, если ты не знаешь ответ, либо кого-то здесь найти. Нет, просто иди сюда, тебе подскажи. Либо позвонить кому-нибудь. Окей, хорошо. А подсказывать я не буду. Ну ты наглец. Ну, кто угодно, смотри, да здесь столько людей. Просто пипец. Ну, а потому давайте. Что очень легко. Подержи, пожалуйста, кого-то. Он, кстати, сразу с меня деньги взял. Сразу деньги с тебя взял? За участие. Шутки-то шутки все. Да. Хотя мне жена говорила, не шути шутки. Да? Да. Видимо, она знает. Расскажи, как так получилось, что ты так быстро успел сюда приехать? Я делал прямой эфир, так пришел. Я делал прямой эфир в Инстаграме, типа я еду в эти ряды. Как что за ряды? Никольский. Никольский? А я как их назвал? Не важно. По-другому, да? Не важно. Очень холодно. Блин, ты не, я не хочу смотреть. Зачем ты так? Ёшки. Я видишь, какой я честный. Ну чё? Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then. Итак, давай, типа официальное начало. Здравствуйте. Хотела уточнить, извините, пожалуйста. Да, конечно. А вы согласовывали с кем-то? Мы сейчас с вами будем согласовывать эти съемки. Да? Да. То есть просто есть пресс-служба, и все съемки должны согласовываться. А мы что-то у ребят спросили, типа, ребята, можно мы поснимаем? Говорит, да вроде как можно. Это YouTube-канал, называется «Негодяй ТВ». Ага. Да. Давайте, наверное, все-таки я свяжусь с нашим... Да, свяжитесь, пожалуйста. Потому что лучше все-таки... Мы пока с товарищем пообщаемся, мы встретились случайно просто. Вообще. Случайно встреча. Вообще. Слушай, ну... Первый вопрос. Давай. Ребят, а, подожди, официально. Сейчас вести съемки, если... Так это разве съемка? Ты считаешь, что я на телефон свой снимаю? Ну, нет. Только со штативом, потому что оператора типа нет. Юля. Пускай посмотрят, негодяй ТВ, там лайки поставят, там подпишутся.
Господи, вот такая хрень, это просто такой беспан, да? Ну, при том, дешевый беспан, да. Ничего такого. Да. Ну, давай, да. Первый вопрос. Так, подожди, официальное начало. О, здорово, я Жека. Я Макс. Хорошо. Назови трех корешей Д'Артаньяна. Атос, Портос и Арамис. Что, ты боишься с деньгами расстаться так легко? Нет, так все скучно. Ой, извините. Да она замерзла, представляешь? Да, нормально, все нормально. Ничего страшного, главное не порезаться. Как называется животное, которое ест только растения? Травоядное? Плотоядное. Нет, травоядное, я сказал. Хорошо. Я не сказал плотоядное. Хорошо. Я это одумался. Так, смотри. В общем, простите, пожалуйста, да. К сожалению, надо писать официальную заявку, да? Чтобы проводить съемки. Да. А далеко нужно идти, чтобы написать эту заявку? Заявку на почту нужно писать. У нас... А, на почту! Да. Почта России плохо работает. Почта России не может электронную. Мы 21 век, смотрите, у нас продвинутая площадка. У вас она не продвинутая вообще, представляете? Вот я бы сделал бы рекламу, чтобы люди побольше приходили бы, катались бы на горке бы на ваши. Это здорово, вы расскажите про это. Будет здорово. Я расскажу, что это сабдеп, ребята, сабдеп. Понимаете, нет. Когда не разрешают известным, популярным блогерам. Да, режимный объект это просто. Режимный, конечно, объект, да. Здесь тополем стоит. Так же? Выгоняете, да, нас, значит? Но, правда, все съемки, да, должны быть согласованы, так же, как и в Новой Голландии, например. А там все проще, кстати. В Новой Голландии там есть такая будка, ты в нее заходишь, и все красиво они делают. Да. Хорошо. Можно мы с ним дообщаемся? Нет. Минуту? Нет. Но, к сожалению. Да. Нельзя. У нас просто, ну, всех не хватает по головке. Пойдем тогда. Пойдем, на выход, да. Да. Вот так вот мы приехали в Николаевский. А это Никольские ряды? Николаевский, да? Господи, какой отстой, да, Макс? А мы сейчас будем здесь стоять, короче, и цеплять народ. Макс, продолжаем. Что там случилось? Мелко упало. Жесть, какая-то неприятная. Ну, у тебя есть ребенок? У меня двое сыновей, да. Да? Мелких? Нет, уже довольно-таки большие. Одному 9 лет, второму 7. Обалдеть. Сколько тебе годов-то? Маму. 35. Да. Молодой же. Да, молодо. Я знаю, мне все это говорят. Гляну в сторону. Так забыл слова, подожди. Гроб спокойненько летает над крестами. Я не смотрю. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Угу. Я не помню, с какого-то фильма. Так вспоминаю, Макс, ну что-то. Блин. Актер, который это говорил, помнишь? Он постоянно в этом фильме это говорил. Постоянно. У тебя есть возможность сейчас спросить у кого-то, кто ты тут. Погоди секундочку. Сейчас. Блин. Черно-белый фильм. Да я знаю. Я знаю. Притом у меня с кинематографом вообще полный порядок. Мужик, который это говорит, актер, очень классный. Савелий Крамов. Ты обратил внимание, ты говорил, что ты не будешь подсказывать это. Подсказывай. Да хрен с ним, господи. Слушай, так тут айфон. Этот айфон уже, честно говоря, меня не радует. Хочется другой айфон, поэтому если бы он грохнулся и разбился, значит... Не судьба. Наоборот, судьба. Судьба, чтобы двенашечка у меня уже появилась бы. Так, стоп. И все было. И тишина. И тишина мертвая. Спроси у кого-нибудь. Да, да, выход. Там, а вход туда идти. С той стороны вам обойти, да. Скажи, туда подсказка, подержи, пожалуйста. Ну, давай, выходи. Это реально знак, что надо купить знак, новый iPhone. Это реально знак, что надо купить новый телефон. Угу. Я про то же. Сразу не разбивается. Блин. Ну давай, Макс. А ты монтировать не будешь, так долго будет идти, да, запись? Я не знаю, не знаю. Вот смотри, спроси у них. Нет. Будешь звонить кому-то? Жене, наверное, позвоню. Давай, позвони жене. Слушай, неплохо так холодно, тебе скажу. Да, очень холодно. Ты молишься телефону? А? Ты молишься телефону? Я его носиком, чтобы он не заблокировался. Носиком. Не, ну, слушай, подсказку дай мне. Фильм с Савелием Крамером, где подожди, он там говорит, да, скажу, слова, да, да, про мертвые с косами стоят. Ты помнишь, что этот фильм, как называется? Я чего не слышал? Помню, но не помню. Хороший ты подсказчик, ё-моё.
Савелий Крамаров. Ищи в интернете быстрее. Да, это же прям... Мертвые с косами стоять, набирай в гугле там быстрее. В гугле! Она Яндексом, кстати, пользуется, прикинь. Я тоже. Да. А, да ладно. Да. Вы два мамонта, походу. Да? Что? Не, ну что там? Мамонта? Что у тебя за телефон, мамонт? Какой-то Android? Huawei? Неуловимые мстители. Не ловимые мстители. Неуловимые мстители. Все, Зай, давай наберу тебя потом. Я мамонт? Я не мамонт. Я папа. А вдоль дороги мертвые с косами стоять. И тишина. Брехня. Очень холодно. Да. Просто невыносимо. А знаешь, что самое смешное? Что я обычно одеваюсь очень тепло. Но. Очень тепло, прям очень. Но. Но я ехал поставить машину в сервис и думаю, сейчас обратно на такси домой поеду и все нормально будет. Ну тут ты в прямом эфире. Да? Зачем ты так делаешь? Там, где клен шумит. Над речной волной говорили мы. Давай. О любви с тобой опустел тот клен. В поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной пошла. А любовь, как сон. Песни не моете его. А любовь. Нет, твоя песня. Да я хреново пою. Как сон. А любовь, как сон. Стороной прошла. Стороной прошла. Ну, я понял. Греет, греет, греет. Ну. Сердце очень жаль. Я понял, там второй кубик пошел. Что случилось так? Гонит осень вдаль журавлей. Не помню. Косяк, брат. Косяк, точно. Косяк. Просто это мне... Четырем ветрам грусть, печаль раздам. Не верну... Не вернуть назад место наших встреч, там что такое, да? Не вернется вновь это лето, а, к да. нам. Не вернется вновь. Не вернется вновь? Не вернется вновь. Не вернется вновь это лето. К нам. Очень достойно ты ответил на четвертый вопрос. Спасибо. Пятый вопрос, он будет мега сложный. Ну давай. Я бы на него хрен ответил. Давай. В скобочках А плюс Б, скобочка закрывается, квадрат равно. А я не помню. Какой нахрен квадрат? Представляешь? Ну, это хрень, которая была в седьмом классе, и мы как бы ее должны вроде как помнить хотя бы чуть-чуть. Ты знаешь, какой седьмой класс лет назад было? Я врубаюсь. Это доказательство, доказательство квадрата суммы. Ты не Подожди знаешь, секунду. Я сам... Не знаешь ни хрена. Да. А заговорил сейчас. Ты можешь знать, да? Ну так, да. Просто я вот не знаю таких вот цифр, букв. Но когда я увидел ответ, я понял, думаю, знаю, точно знаю. Ты сейчас напоминаешь меня, когда я смотрю твою передачу. Спасибо, Миха, за это спасибо. Блин, у него по лицу явно видно, что он в математике не хорошо. Не надо, стоп. Прошу прощения, помогите нам, пожалуйста, нам нужно ответить на вопрос. По математике. Я тебе сказал? Да. Я шарю в людях. Девчонки. Девчонки нет тоже. Доказательство. Звони. Опять же не звонить? Кому-нибудь. Японский глаз. Жене позвонить что-то. Да не, позвони кому-нибудь. Ребенку позвони, ребенку. Ну, у меня сын во втором классе. Откуда он? Да, точно. До седьмого ему еще 5 классов учиться. Ему надо этот класс еще вообще закончить, ты понимаешь? Базаришь. Там же много «но». Может быть, кстати, с седьмым до классом я погорячился. Да не охренели в седьмом классе. А, знаешь, что там прикол? Что вот у меня сосед, который живет на соседнем участке от меня, у него 5 дочерей. И вот там старшая дочка точно в седьмом классе училась там год назад или два. Вот я стопудово знаю, что я ей позвоню, и она нифига не ответит. Да? Угу, а поэтому... будешь ей звонить? Нет, конечно. Че, дурачок, что ли, заранее проигрышный в этот... Ладно. Так, А плюс Б в скобочках. Слушай, ну ты похож на хоккеиста. Голосом. Да? Угу. Ну, просто это... Никитоса Кузьминкова знаешь? Хотя нет, он помладше тебя. Алло. Нина. Давай по громкой связи. А, по громкой давай, связи. Ну давай. Алло. Так, еще раз давай. Задавай вопрос. Где она? Ну вот. Не слышно. Алло. Алло. Алло.
чему равняется в скобочках А плюс Б, скобка закрывается, квадрат равно? В скобочках... А плюс Б в квадрате. А плюс Б в квадрате? Нет. Нет, стой. Так это не значит... и есть А плюс Б в квадрате изначально. Нет, А... Нет. Это доказательство. Что там доказательство? Доказательство квадрата суммы. Доказательство квадрата суммы. Давай гугли быстрее. Давай, 10 секунд у тебя. Давай 10. Быстрее. Доказательство 9. Квадрата суммы. Суммы. Нет, это не 10 секунд. Ты не начинай. 8. Ты потом на таймере она посмотри. Она не знает. Она не знает. Сейчас она будет гуглить. Нет. Ты лучше мне хочешь, чтобы ты кого-нибудь спросил просто. Спросил кого-нибудь на улице. Спроси на улице. Кушай микрофон. Тебя кусали, вот, да, идем. Так, ну что, Нина, время закончилось. Я вижу, ты не знаешь. Все, мы отключаемся. Смотри, отключаемся. Смотри, сколько... Отключаемся. Нет. Отключаемся. Что? Формула квадрата суммы. Выключаем. Нет? Мы и так знаем, что чему формула равно, квадрата суммы. Блин, да. Нина. Все, выключай, выключай. Вон, позови кого-нибудь. Позови, не стесняйся. Пускай позови помогут. Меня, тихо. Пускай так. Помогут. Он будет добрый. Ты стесняешься заговорить с людьми? Нет, нет, я не... Ты что, смеешься? Да, стесняешься, я вижу, да. Нет, стоп, давай сейчас... Поэтому ты не хочешь узнавать ни у кого. Подожди секунду, что ты вот это... Ну вот, люди же прошли мимо. Нет, надо... Люди добрые, помогите, пожалуйста, человеку. Можно? Можно вас, пожалуйста? Да. Помоги, пожалуйста. Школьная программа. Можно его сюда, вот, чтобы камера видела? Чему равняется скобочка А плюс Б, скобочка закрывается, в квадрате? Ага, А квадрат, а 2АБ плюс Б квадрат. Понял? Да? Да. Все. А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат. Вот. Нифига себе. Вы огромный молодец. Да? А вы не хотите поучаствовать в этом шоу вот после Макса? Да можно, на ютубчике смотрел, прикольно, нравится. А, прикольно. Подождешь 3 минутки сейчас? Давай. До минуты. Да? Я уже побегу. Все, короче, подожди, как зовут тебя? Лев. Лев? Имя хорошее. Лев, Макс, Лев, который будет сейчас следующим, подсказал тебе правильно. Поэтому, Нинке, привет. О, погоди секунду. А, ты же, он же подсказал. Шоу закончилось. А, подожди, я выиграл 1000 рублей, да, серьезно, подожди, стой. Только погоди секунду. Ну. Блин, давай что-нибудь сделаем прикольно, потому что мне эта 1000 рублей не нужна. А что ты хочешь прикольно? Ну, не знаю, разыграю кому-нибудь, подари, не знаю, что-нибудь такое сделать. Это же прикольно будет, мне 1000 рублей не нужна. Давай, если Лев ответит правильно, мы ему 2 заплатим. Блин. Или слишком? Нет, почему? Нет, стоп. Да нет, ты, конечно, жирно, нет. А что ты хочешь тогда с этим косарем сделать? Не знаю, надо придумать. Да? Какие у тебя идеи? Ты же ведешь блог. Ну, не знаю, может быть, сейчас в Инстаграме разыграем тебя. Вот я тебе об этом и говорю. Да? Конечно. Ну, хорошо, прямой эфир тогда сделаю. Короче, тогда после этого выпуска, когда вы посмотрите, вы заходите в Инстаграм, я сделаю прямой эфир и разыграю твой косарь. Ну, еще там. Он получается наш. Косарь там. Наш косарь. Да. Ну, он мой. Все, передавай привет кому-нибудь. Да. Все, спасибо, пока. Да? Классно, было весело. Лев молодец. Люблю, удачи. Ты полетел? Ну, нет, я постою, смотрю. Давай, братишка, постой. Я постою, я как раз такси закажу. Лев, подтягивайся сюда. Лев, можно тебя вот, да, все сюда, давай. Чтобы нас было хорошо видно? Ты снимешь, да? Смотри, у меня сейчас под носом фигня какая. Ой, нормально, мы ее замажем. Ну, давай. А ты в маске выглядишь по-другому совершенно. Да? Да. Ну, вот. Кстати, похож на Моргенштерна. Да, блин. Да, серьезно? Уже такое говорили тебе? Ну, да, вот. Да. Да, че, нормальный парень вообще. Ну, давай, сейчас опять. Грим на виду? Пойду. Давай, давай, давай. Так. Лев, подержи, пожалуйста, пока. Можешь что-нибудь поговорить в микрофон. Сейчас я достану телефон. Замерзли руки. Все так, очень лежит? Сильно замерзли. Сильно присильно. Можешь пока себе рассказать что-нибудь хорошее. Блин, капец холодно. Слушай, ты когда перчатку надену. Короче, очень холодно. Так, что о себе рассказать? Приехал в Петербург я. В Петербург колбаску не трепыхай, вот так. Сейчас я перчатку надену. Давай, давай. Приехал в Петербург недавно, месяца 4 назад. Жить? Да, все, ага. ПМЖ. Откуда? Итак, я из Кирова, город Киров. Да. Вот. Работаю в больнице. В больнице? Да, медбратом. Вот, как-то так. Что, коронавирус действительно есть такая болезнь? Все относительно. Возможно, есть, возможно, нет. Да? Вот. А прививки это действительно надо их колоть или можно сделать за 5000 рублей просто себе? Не, ну за 5000 рублей делать не надо. Сейчас есть за 8. Хорошо. Итак, первый вопрос, Лев. Во что превращаются головастики? В лягушек. Блин. Ты молодец.
Людей какой профессии объединяла могучая кучка? Могучая кучка — это мусорские, это музыканты? Композиторы. Это музыканты. Угу. Опачки. Так, ты сейчас мне говоришь убегать. Убегай. Нет, ты говоришь мне убегать. Убегать. Канать, обрываться. Ты говоришь правильно. Правильно. Ты говоришь, говорить неправду. Говорить неправду. Фуфло толкать. Ты говоришь, хорошо. Хорошо. Тики-так. Ты говоришь, пивная. Пивная. Тошниловка, ограбление. Господи, я плохо сегодня исполняю. А, тошниловка, ограбление, ты говоришь. А, все, мы все запутали с тобой. Ладно, что это был за фильм? Джентльмен удачи. Говорить неправду. Фуфло толкать. Все не по плану, все хотел по-другому, потому что слова не выучил никакие. У леса на опушке жила зима в избушке, она снежки солила в березовой кадушке, она сучила пряжу, она ткала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая за шершавой стеной, тьма колючая, как пойдешь за порог всюду иней, а из окон порог синий-синий. Потолок ледяной, дверь скрипучая за шершавой стеной, тьма колючая, как пойдешь за порог всюду иней, а из окон порог синий-синий. Так? Ходила на охоту, грудила серебро. Ковала, да? Сажала тонкий месяц в хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, тарила санный путь, а после в лес спешила, чтоб в избушке отдохнуть. Потолок ледяной, дверь скрипучая за шершавой стеной, тьма колючая, как пойдешь за порог всюду иди, а из окон порог синий-синий. Неплохо вышло. Это слушай. Было шикарно. Пожалуйста, аплодисменты. Первый человек, который на 100% ответил на подобный вопрос. Итак, пятый вопрос. Какая страна подарила Соединенным Штатам Америки статую, у которой нету, ну, свободы статуи? Глаз. Статую свободы — Франция. Да, все верно. Если я не ошибаюсь. Все верно. Итак, аплодисменты. Все дарят аплодисменты. Монтаж, все делишки. Даже монтировать не надо. Бери колбаску. Всем привет. Откидывай. Ну что, ребята, всем спасибо за внимание. Очень приятная передача, очень приятная компания. С наступающим не скоро, но Новым годом. Не болейте, живите счастливо. Продолжаю. Значит, погодка у нас сегодня прекрасная. Солнышко светит ярко, морозик щиплет носик. Но, в принципе, это терпимо. Вот такие новости из Санкт-Петербурга сегодняшним лучезарным днем. Представляешь, а нас выгнали оттуда. Не удивлен. Да. Почему? Ну, потому что коммерция. Это реально? Да. 1000. О май. О май гад. Да. Ну что? Так, сейчас, подожди. Клево? Все, дети. Я потом свою часть в программе выражу и детям буду. Так, все, Лев, спасибо тебе. Классно мы с тобой забубенили. Все было классно. Очень был рад видеться. Взаимно. Так, нам нужно еще кушать кого-нибудь. Подруга как будет, нет? Будет подруга? Не, она очень скромная. Скромная, скромняк. Думаешь, это пойдет? А? Материал, вот этот вот пойдет материал? У меня весь материал идет. Вообще весь. Спасибо, очень был рад, такой взаимный. Пока.
Слушай, ну Лев, красава. Да, да? Лев молодец, вообще красавчик. Капитальный красавчик. Вот, смотри, три идут цыпа по-любому, я сейчас впишусь с ним. Нет. Ты думаешь, нет? Ну давай, давай. Похож, ставку, да? Ставку. Девушки, здравствуйте, выручайте нас срочно. Вот это дубище, хочется побыстрее снять уже видос с вами вместе. Давайте. Нам о, холодно. Да, давайте очень быстренько это сделаем. Давайте, давайте. Только очень быстро. Очень быстро. Ага, да? Так, он думал, что вы не согласитесь. Но вы согласились. Я Жека. Елизавета. Елизавета? Янина. Янина? Я это, не шучу. Это шикарное имя. Будьте любезны, подержите колбаску, потому что нормально, так все замерзло, перезамерзло. Сейчас быстренько достану телефон. Шут-то с ним совсем, будете вдвоем отвечать на все эти вопросы, хорошо? Вот это очень прям опасно, сейчас будет провал, мне кажется. Провала никакого не будет. Итак, первый. Чему равна дюжина? 12. 12. Столица какого государства город Таллин? Эстония. На какой планете есть кольцо из камней и льда? Сатурн. Сатурн. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света и земные видим сны. И снится нам мне рок от космодрома. Мне 30, я знаю эту песню. Не это ледяная синева. А снится нам трава, трава у дома. Зеленая, зеленая трава. Вот это лучше было вырезать как-то сразу. Хорошо. Вопрос пятый, последний. H2SO4. Что это за шалупень? Мне кажется, сера какая-нибудь. Мне кажется, спирт. Нет, подожди, вода? H2O... А, SO4? Нет, не знаю. Ну, хрен знает, мы это не знаем. Честно. Да. Ответ уже был, ответ был уже. Сера? Какая сера? Сероводород? Какая-то, какая еще кислота? Блять, серная. Углекислая? Не знаю. Серная кислота? Да, серная кислота. Серная кислота, браво! Ну, возьмите в руки, пожалуйста, микрофон. Поздравьте кого-нибудь с днем рождения, там, с 8 марта. Привет передайте кому-нибудь. Поздравляем с днем рождения моего брата Антошку. Ну, кому еще? Привет кому-то. Может. Моей собаке. Собаке ей привет. Так, отвечали вдвоем, вот косарь вам один на двоих. Спасибо. Все, спасибо, спасибо вам, девушки. До свидания. До свидания. До свидания. Так, а куда убежал мой кореш Макс? Все, он слился. Макс. Все, Макса нету. Наверное, такси приехало за ним, и все, он уехал. Макс! Хороший парень был. Все, очень холодно, ребята. Дубак редкостный. Хочу вам всем сказать о том, что если вы видели кадры, которые были с квадрокоптера, это кадры, которые не здесь. Все это происходило не здесь, потому что я снимал это там, где нету глушилок. Глушилки – это те такие хреновины, которые воруют и разбивают квадрокоптеры тех людей, которые хотят поснимать. А в центре города нельзя снимать. Вот такая печальная история происходит на этой планете. Представляете? Я вас всех зову на свой второй канал, который называется Еширяев. Он будет в описании. Если вы смотрите рубрику «Простым языком», то эта рубрика, если она будет в ближайшее время, то она будет на втором канале, на канале Еширяев. Здесь я больше простым языком видос опубликовывать не буду, поэтому там все это дело. Подписывайтесь и смотрите. И что-то хотел я еще сказать, забыл. А,
обязательно после того, как опубликуется это видео, примерно через пару деньков, я сделаю в прямом эфире, о господи, в Инстаграме прямой эфир, где разыграю тот косарь, который Макс не взял, и еще там пару косарей, может быть, разыграю, если ляжка будет гореть. Макс уехал, он такси, походу, делал, да? Я даже расстроился. Макс, спасибо тебе, что ты приехал. А я, когда ехал, в машине сидел, я прямой эфир в Инстаграме сделал и говорю, ребят, я типа буду сейчас снимать, вот здесь типа буду снимать эти ряды, эти Николаевские, где... А, ничего себе, вот это прикол, там подруга моей жены машет мне рукой. Да, в Инстаграме прямой эфир буду делать, где я разыграю бабоса, прикиньте, сделаю наконец-то, все, говорю, что сделаю, не делаю, а сейчас сделаю. Ну все, ребята, давайте, Пуэртос, Родригес, Амигос.